Добрый день, Полтава. Добрый вечер. Я нахожусь возле здания городского совета на часах в районе 18:00. Причина моему появления здесь такова. Многие говорят, что до вечера, до позднего вечера часто здесь происходит жизнь. Здесь работают люди. Я хотел и пришел сегодня посмотреть, правда ли это. Заметьте, на часах 18:00. Добрый день, можно? Да. Добрый день, Алексей Ильич. Я на минутку буквально. Слухи по городу ходят, что в этом здании работать скоро целодобово будет идти. Это правда? 18:05. Ну еще, да, еще немножко надо поработать. Немножко это сколько? Да я думаю, минут 40. У вас вообще рабочий день до скольки обычно? Ну, вчера приехал под футбол как раз. 10 часов футбол начался. Ну, где-то, да, по-моему, даже на первый тайм опоздал. Какой сейчас вот вопрос? Я вижу, у вас бумаг немерено на столе. Я никак не могу убирать. Это за день так накапливается все. Нет, а сейчас, я просто сейчас еще немножко с документами поработаю. Потом поеду, посмотрю, что там сегодня поасфальтировали, что отфрезовали, что поубирали, что покосили. Пока все плохо. Это все требует контроля все-таки, да? Безусловно, да. Надо понятно. Все делать, потому что доверяем и проверяем. И последний вопрос. Кофе когда мы попьем? Есть такая возможность, шансы не сегодня? Нет, сегодня нет. Идеальный вариант, наверное, единственное выходное, это воскресенье. Ну а там уже какого у вас будет? Я работаю целодобово и всегда. Думаешь, давайте попробуем воскресенье. Хорошо, будем пробовать. Спасибо. Спасибо. Добрый день, можно? Да. Здравствуйте, Оксана Антоновна. Добрый день. Такое нерабочее время уже, а вы на работе, я еле дождался, когда вступаете. Нет, я не от дождя, я пришел посмотреть. Мне просто говорят, что в горисполкоме работа идет чуть ли не круглосуточно. До скольки вы работаете обычно? А по-всякому бывает. Чаще всего? Бывает 6, 7, 8, 8, с 8. С 8 утра однозначно, а дальше уже как получится. И командировки плюс? Ну, командировки это отпочинок от работы. А, вот так даже, да? Ну, и кисмери. Какие сейчас проблемы вы решаете? Я знаю. Сейчас проблемы какие решаете? У нас завтра сессия. Активно готовитесь. Да, організаційно забезпечити треба, щоб вона прийшла чітко і якісно. Ну і поточні питання сьогодні. Також вчора був такий відповідальний день, тому що підписували угоду про реалізацію проєкту інтегрованого розвитку міст, а Полтава в числі небагатьох, чотирьох, включена до цього проєкту. Ми покладаємо на нього великі надії, тому вчора така була важлива і необхідно було поїхати в Міністерство регіонального розвитку, бо це підписання відбувалось на рівні віце-прем'єр-міністра Зубко. Ну ви ще до мене не збираєтесь, чи вже збираєтесь сьогодні? Ні, ще ні. Понятно. Спасибо, не відвлекаю вас. Спасибо. До свидання. Извините. Добрий день, можна? Можна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ненормированный рабочий день? Так і не буває. И до скольки вы обычно работаете? До 18-19 годины частично. Так, и какой вопрос вы сейчас вот разбираете? Все-таки на работе задержались, наверное, необходимо серьезно. Только до завтрашней сессии. Сессия завтрашняя. Спасибо большое, не отвлекаю.